Спасатели Жамбылской области бьют тревогу. Жители региона игнорируют запрет на купание в опасных прибрежных зонах. К ним относятся река Талас и шлюз в озере Зербулак. С начала купального сезона там уже утонули 16 человек. В связи с этим сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с участковыми инспекторами местной полицейской службы проводят рейдовые мероприятия в местах, запрещенных для купания. Река Талас – опасная зона для купания, однако наличие ограждений и множество предупреждающих знаков о том, что купаться здесь запрещено, молодых людей не останавливает. На каникулах подростки проводят здесь почти все свое свободное время, купаются и ловят рыбу. Хотя спасатели не рекомендуют здесь даже рыбачить. Всему виной сильное течение, которое в любой момент может унести даже взрослого человека. Взрослые дети, не обращая внимания на указатель «опасная зона», все равно не прочь поплавать здесь. Спасатели просят людей сойти людей на берег, но безуспешно. Лишь появление правоохранительных органов заставило их задуматься о безопасности. Сегодняшнее мероприятие проводится для того, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде, так как в этом году утонувшие в воде пошел рост в сравнении с прошлым годом. Произошло 16 случаев, из них 10 детей. В связи с этим мы участили в случае, пострадавших на воде. В связи с этим мы усиливаем работу по профилактике купания на воде. С прошлого года за заплыв на территории опасной зоны грозит штраф в размере 5000 тенге. Однако административное наказание отдыхающих не настораживает. С наступлением купального сезона число тонущих лишь растет, но это не останавливает желающих поплавать. По их словам, им больше негде плавать, вот и приходится нарушать закон. Сейчас лето, на улице жарко. Конечно, понимаем то, что тут купаться нельзя. Течение сильное, может унести, но купаться больше негде, приходится купаться где есть. Чаще всего люди гибнут в местах, не оборудованных для купания, поэтому совместные рейды проходят регулярно. Сотрудники оперативно-спасательного отряда и полиции патрулируют берега рек и озер ежедневно. Нургали Сабитов, Санатар Албек, 77 News.